Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас лето, точнее подготовка к лету, но лето уже началось, сегодня 1 июня, я очень рада лету, я вот уже в платье тут, я прямо вообще, единственное, я, конечно, не успела к нему подготовиться из-за экзаменов, поэтому снимала этот влог только вот в начале лета, но тем не менее, сегодня у нас по плану выпуск в Академии Калашникова, я там занималась дополнительным программированием 2 года, вот. И раз я вот уже заканчиваю школу, там тоже делаю выпускную, ну, там, не только для меня, но и для других, таких же, как и я. Потом, возможно, я зайду за посылками. И вообще, самое важное на эти 2 дня – это поставить цели на июнь, сделать себе vision board на лето, и еще убраться, конечно, дома, поменять постельное белье и так далее. Так, я пришла домой, вся такая вот чутка лохматая, но на улице вообще так классно, так жарко, я прямо, я очень рада такой погоде. Вот, а я приехала вот с выпускного, получается, мне там дали подарочки, сейчас мы будем их открывать, потом мы фотографировались, потом пили чай с тортиками, вот, я еще поболтала со своим преподавателем, и потом уехала, думала взять себе айс кофе, но место... хорошее, которое рядом со мной, недалеко от моего дома, оно, видимо, закрывается, потому что там закрыто, и внутри все перевернуто, лампы сняты, и вообще. Я очень расстроена, потому что вот эта сеть кофеин, она очень классная, вон происходит, и ближайшее от меня место другое. Это минут 20, наверное, пешком. А в такую погоду вот только пешком хочется ходить, и все. Ну, а сейчас у нас будет обзорчик. Так, это от Академии Калашникова, тут у нас идет сертификат, что я пошла углубленный курс у них по информационным технологиям и благодарность от руководителя концерна Калашникова. И еще, конечно же, толстовочка. У меня этих толстовок на самом деле уже миллиард. Учительница по английскому однажды мне сказала, что у меня гардероб состоит из них. Она как бы права, потому что он реально состоит из них. Тут написано «Амбассадор». Я думаю, тут написано «Академия Калашникова», а тут написано «Амбассадор». Это вообще, да. Правда, она небольшая, это было, наверное, 44. Ну, ладно, вот у меня гардероб состоит из таких черных оверсайз толстовок. Я еще не знаю, куда ее надеть, даже на экзамен наденешь. Вот. Но если будет прохладно, то можно будет поносить. Выложила новый влог. Надеюсь, вы его уже посмотрели. Он про мои последние школьные будни, про последний звонок, про экзамен ГИБДД. Итак, сейчас я буду ставить цели на июль. Как всегда, все распишу в ежедневнике. И еще, конечно же, все перенесу в Notion. И сначала сделаю анализ мая, какие цели я достигла, каких нет. Но самые мои глобальные, это вот было написать там ЕГЭ, ну все, которые были в мае, и сдать на права. И я сдала. Я все переписала в свой ежедневник и также еще перенесла цели в Notion. У меня вот тут теперь такая вот крутая летняя заставочка. Сейчас я буду делать vision board и вообще обновлять его на телефоне. И может быть виджеты тоже обновлю. И на планшете тоже. Ну, насчет ноутбука я еще не знаю, буду я там обновлять или нет. А потом буду вообще чистить. Надо очень хорошо почистить телефон, потому что память на телефоне абсолютно забита. И тут уже у меня нет просто памяти, чтобы этот влог снимать. Надо почистить планшет особенно, потому что там очень много всяких школьных учебников. Я не верю, что я наконец-то это все удаляю. Я вот сдам ЕГЭ по информатике, я принесу макулатуру. Просто огромнейший пакет, мне кажется, потому что у меня столько всего. Я так буду рада.
Итак, вчера мы закончили на том, что я почистила вот эту свою технику, и память почистила, и вообще там снаружи почистила. Потом я уже пошла отдыхать. Нет, потом я занималась информатикой очень много. Да, а потом пошла спать. И вот сегодня я планирую убраться в своей комнате, там потереть пыль и так далее. Вообще убраться в квартире. И также еще надеюсь прогуляться. И вечером буду менять постельное белье на кровати. Вот такой вот у нас сегодня план для summer reset. Сегодня у нас тоже погода 27. Я очень сильно хочу выйти на улицу. Я вот не могу прямо дома сидеть, когда такая прекрасная погода. Итак, я успела прибраться на кухне и протереть в своей комнате пыль. Хотя, мне кажется, это было бесполезно, потому что каждый раз куча пыли несется просто из окна открытого. Вот, решила прогуляться. Я просто не могу сидеть дома в такую прекрасную погоду. Блин, когда там завтра уже будут какие-то дожди непонятные. Вот, поэтому я считаю, нужно вот идти гулять, загорать, пока это солнце прекрасное светит. Мне кажется, в такую жару эта штука будет просто незаменима. Я очень рада, что я ее купила в том году. Я пришла домой. Сначала я сходила за кофе. Попробовала вот впервые бамбу кофе. Мне очень понравилось. Я думала, он будет горький. Но в целом он горчит только в конце, когда ты уже весь сок выливаешь. И так вообще очень вкусно. Мне кажется, это даже лучше, чем айс латте. Потом я сходила до торгового центра. Там поискала платиновую посылку, но там вообще ничего нет. Потом сходила, забрала посылку, даже не для меня, а для мамы. Сходила опять на пруд, там так хорошо, вот если бы там можно было купаться, это было бы, конечно, идеально. Но пока что там только максимум есть уже катамараны. Сейчас, не знаю, может быть, приготовить его покушать, буду заниматься информатикой. Я не могу, это так хорошо просто. Мне еще так нравится, как я сегодня выгляжу. У нас вообще просто минимум мейкап сегодня. Хотя губы я сделала красными, мне так нравится. Я в последнее время полюбила красные помады. Ох, я не могу. Если вы, у вас нет такой штуки, то нужно обязательно ее купить. Потому что вчера я делала себе кофе, у меня не было льда. Я сделала себе горячий кофе, и потом с помощью этой штуки его остужала, и он реально остыл почти до холодного кофе. Так, я сходила в душ, намазала всеми своими баночками. Я считаю, это прямо вообще лучший релакс. Читала книжку. И сейчас уже пойду спать. Я думаю, на этом закончу наш влог. Это был потрясающий влог первых двух дней лета. Я надеюсь, что остальное лето будет такое же классное или даже еще круче. Спасибо, что остались до конца. Обязательно подпишитесь на мой канал. Подписывайтесь на мои социальные сети, которые я оставляю в описании под каждым видео. И пока-пока!